Светодинамический фонтан на площади Пушкина до сих пор не подготовлен к холодам. Уже выпал первый снег, температура воздуха постепенно понижается. Напомним, что заключительное шоу состоялось 20 дней назад. Тогда чиновники обещали, что все работы выполнят в течение недели, ведь эксплуатация фонтана при температуре ниже плюс 5 градусов по Цельсию запрещена. Но воду так и не слили, чашу фонтана не вымыли, форсунки и колонки до сих пор не зачехлены. В пресс-службе городской администрации пояснили, что ждут специалистов из Москвы, которые проведут диагностику и ремонт электроники фонтана, и только после этих работ можно будет сливать воду. Сколько еще времени намерены в администрации ждать москвичей, в пресс-службе не уточнили, но обнадежили, что сотрудники управления благоустройства следят за прогнозом погоды, и по их данным, в ближайшее время ожидается потепление.